Привет, моделисты и моделистки. AK, Crazy Russian, город Cincinnati, штат Огайо. Кто первый раз? Я живу, ребята и девчата, в 100% англоговорящей семье, ну 99.9. И у меня проскальзывают английские слова. И большое спасибо вам за корректировки в комментариях. Это очень помогает. К разговору о scale trains, да, только сейчас мы посмотрели вот это coil car, на которую смотреть, я имею в виду, дышать на нее нельзя, это точно, но смотреть можно, и то с прищуром, потому что такие там деталировки мощнейшие. И, ну да, вы обклеиваете эти рулоны клейкой этой наклейками, и все, на этом вся работа заканчивается. Здесь нужно все собрать, и это классно. Retail, да, MSRP, по-моему, $19. Ну, мы продаем, соответственно, как договоримся. По-моему, группа просто покупает их штук 30, наверное, пришло. Вот, я уже одну открыл. А чем еще достопримечательность? It's made in USA. Вот, они даже с обеих сторон лейболок ставят. Так? И я всегда забываю сказать, что Bowser тоже делается в Штатах, как и KD. Локомотивы они делают в Китае, разумеется. Вот, но эти самые Cars, вот эти до сих пор. И смотрите, как они утончили все. Конечно, лесенки эти не такие супер, как отдельная деталировка. Но, ребят, для макета покатать, на какой-то клуб сходить, к приятелю сходить там с 50 такими вагонами, ну, в Америке я имею в виду, и погонять их тоже от души, это очень классно. Я бы не очень волновался. Потому что, к примеру, если это будет тот же scale chains или tangent, там просто нужно подходить очень аккуратно, подход. Так, сейчас все детальки посмотрим. Здесь очень четко. Пока я, наверное, я не достал груз из той коробочки. Наверняка есть груз. Сейчас, секунду. Есть. Вот. Такой груз. Его клеить только синтетическим каким-то клеем, не water-based, потому что он сразу проржавеет и не приклеится. Такими каким-то, может быть, ну не CA, есть другие клеи, Loctite тоже, они такие пластичные, вот так. То есть это очень четко. Поменяли они пресс-форму очень душевно. Они undecorated, да, но здесь какие-то основные параметры есть. Вы просто лого вашей железной дороги задуваете все матовым лаком, и все, и вперед. Внутри этого инсерта нет никакого, то есть нужно что-то придумать. Ну вот, пожалуйста, еще работа есть. Работа много. Так, далее. Ну, это можно так отставить здесь. Вот. Закрывать эти грузы здесь, они обычно боком ставятся. Так, я думаю, что все мы продали, ну вдруг один остался, я, может, его соберу. Другая деталировка очень тоже четкая, совершенно новая. Я помню старый Bowser. Вот это колесо, где палец, да, гораздо было толще. Но эти, они, люки практически то же самое, сильно не поменялось. Ну, чуть-чуть поаккуратнее, да. Так, что у нас еще осталось? Наборчик, упс, и наборчик, колеса хорошие, колеса металл, с металлической осью, это очень классно. Ну, это для этих наших покупателей, так что, ребят, поверьте на слово, это четко. Каплер боксы, ничего, но каплеры McHenry, это вам всегда дадут с такими наборами. То есть, если вам McHenry, кому-то McHenry нормально, если 20 вагонов потянет. Но больше 20 или даже больше 15, да, 10, я бы все-таки поменял на все на Кеди. Иногда они просто не выдерживают нагрузки. Вот просто на Кеди с этими Whiskers Couplers, да,
вставляете их в эти боксы и закручиваете прилагающимся винтиком. Тиражки там вроде всегда нормальные были у Баузера, даже старые. Так что вот такая моделька вам на обозрение. Пожалуйста. Сейчас расставим деталюшки. Можно сделать вот так принт-скрин. Хорошо. Супер. Так, да? И вот вес сюда. Сэкономится денежек хорошо, потому что такая где-то по 30 долларов сейчас собранная. Но уже вы знаете, как собирать. Вы можете расточить тележки, там чуть-чуть убрать все заусенцы лишние. Все четко собрать на хорошем клейке. Хотя это в посадку, но тем не менее я приклеил бы все детали. Спасибо, ребят, за внимание, за поддержку канала. Патреончик здесь у нас. Основной membership, да, эти subscriptions на DCC Train канале. Скоро увидимся. Давай.